Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Motorola Moto G72. И сейчас я покажу вам, как включить настройки разработчика. Итак, для этого мы открываем настройки, после чего проходим в раздел об устройстве. Здесь мы ищем номер сборки. Находим и нажимаем на него несколько раз. Далее вводим пароль экрана блокировки. И становимся разработчиком. Теперь нам нужно перейти в системные настройки. Здесь у нас будет раздел для разработчиков. Тут мы можем уже посмотреть, что есть в этом разделе. И что-то понастраивать. А если захотим его отключить, то можем убрать здесь галочку. И устройство должно перезапуститься. Hello, Moto. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.